Дубай, первое место, чемпионат, Кубок мира, да? Чемпионат мира. Чемпионат мира. Да, это Европа. Итак, вот под конец отдыха мы наконец-то выявили местную суперстар, местную звезду. Вот это место. Кто не знает, это Дмитрий Сапегин, чемпион по кикбоксингу, мастер спорта. Это тоже, извините. Плюс мастер пружинного класса по армспорту. Армспорт – это дисциплина, включающая в себя подъем на бицепс и армейский жим стоя. Вот. Вот этот вот молодой человек. Здрасте. Вот он у нас. Вот сегодняшняя программа. Он выступает потише. Весовой категории, то второй категории. Последний был 67,5, но планирую перейти в 75. Ну сейчас какой вес? В данный момент 75 есть. В данный момент у него 75 килограммов. Будем пытаться, у меня сейчас 78, будем пытаться, чтобы отрыв был от чемпиона минимальным. Так, рассказывайте, что за упражнения вы делаете? Подъем на бицепс, строгий подъем на бицепс, все еще называют, потому что сама амплитуда движения очень немножко строго судится именно, потому что не должна быть никакой амплитуды. Прогиб в спине, все должно делаться ровно. Сейчас продемонстрирую, как раз. Ни рывков никаких, ни движений плечами, прямых рук. Короче, классический бодибилдинг. Нет, не классический бодибилдинг. Классический бодибилдинг вот именно фигачит с читингом, не сгибая рук. Это не классический, это современный. Некоторые выполняют такое упражнение даже с стеной. Встать к стене и выполнять упражнение. Вот это более приводит к тому, что там менее амплитуды и сложнее. Если ошибаюсь, даже есть соревнования именно в подъемах амбиций, да? Стоя с прижатой спиной. Денис Кукос, это чемпион. Программа 130. Рекорд даже, да, рекорд мира. Рекорд мира. Так, ну, я достаю себе, потом все равно. Так, 50 килограммов на штанге. Как это делается? Правильно. Это первый подход или это подход лишний? Это будет подходящий дом. Отлично. Без пояса, да? Смотри, пояс вообще хорошо. 50 килограмм, 55 на штанге. Валь, никто не знает, мы пока еще не знаем своих. Нет, судя по подходу, это не последний. Тяжело что-то. Единственное, на носки стало неправильно еще. Это надо учитывать, да. Все хорошо, только на носки. В самом конце носок как раз стал, нельзя тоже. Опа-на! В самом начале, и под это рывок идет. Вот ты встал, да, и на такой легкой волне ты спокойно себя чувствуешь. И спокойно начинаешь, у тебя нет силы. А надо прям вот это дернуть. Крен чуть был, надо смотреть на камеру. Блин! Когда снимешь там, когда нажимай. Вот и момент истины, 62 килограмма, потому что оба спортсмена подняли по 60. Теперь... Но это не лучший результат. Ну, понятное дело. С тем, что мы отдыхаем, да, еще и травма. Это да. Сейчас не сезон. Судьи готовы? Мощь. Ну что скажет? Сам судья, сам спортсмен. Мое мнение. Итак, мы начали вторую дисциплину, армейский жим стоя. Все те же три участника. Идет разминка. 70 килограмм на штанге. Давить. Так, есть. Есть, есть. Удачный подход. Себя. Подошел к штанге и только спросил. Так, это первый подход Дмитрия. Легко. Да, легко. Ноги. Пошли второй.
Пошла серия вторых подходов. Первого участника на второй подход вес 72 килограмма. Давить. Есть. Отлично. Второй подход, 85 килограммов. Второй. Еще есть подход. Жим. Так, попытка на вес 90 килограмм чемпиона. Попытка, но это борьба. Это борьба, упорство. Нормально. Сиди, застал ты меня, знали? Тот период, когда я восстанавливаюсь, как раз. Поэтому обязательно приходи ко мне в зал, когда я буду уверен на его тягать уже. Но это, думаю, будет уже... Мне кажется, уже скоро, так что я тебя приглашаю. Ага. И приглашаю на соревнования поучаствовать с нами вместе. Защитите МСНК, своего гражданина, да? Это МДФИТ Софрина, это Сапегин Дмитрий. Сейчас мы посмотрим его титулы, его награды, его грамоты. Вот эти вот медали. В общем, вот это вот. Это было получено в Дубае. Дубай, первое место, чемпионат, Кубок мира, да? Чемпионат мира. Чемпионат мира. Да, это Европа. Это вот мой, с кем мы вместе работаем. Это уже был Кубок мира, вот Витязь. Ага. Да, тут же на нем рекорд России поставил. И здесь, кстати, тоже рекорд России, но это 67,5. Да, в тот момент, когда я весил 67,5, как раз это был под Новый год. Вот, но это уже кикбоксинг, потому что тоже участвуем. Кстати, один раз участвовал в СПР, это Союз паралимпийцев России. Тоже ага. Была Европа, но не было особо конкуренции на самом деле, поэтому там я не считаю, что я победил, поэтому... Ну, понятно, без борьбы неинтересно, да? Да, без борьбы неинтересно. Настоящий боец. Абсолютно чемпион на Кубке Европы, вот за абсолютно дали первое место. Там я выступал народный жим, у меня не только пауэрспорт, а еще народный жим. Кто знает, это на количество повторений, ты вешаешь твой вес, и ты на количество повторений... Ну, люди, которые интересуются, они в курсе, конечно. Да, интересная штука тоже, очень... Окисляется мышцы, поэтому надо прям тренироваться. Совершенно другая работа. Я бы не сказал, как в классическом жиме, там совершенно другая работа. Вот такой суперстар. В дальнейшем, это моя немножко мечта, в 2020 году на Олимпиаду попасть, но... Вот он. Надо стремиться к этому. Вот да. Ориентир. Думаю, надо. Дмитрий Сапегин. Запомнили. Спасибо.